Для сотрудников театра открытие нового сезона всегда волнительно и трепетно. После долгих репетиций, подготовки сцены, костюмов и реквизита, наконец, долгожданная премьера. Действие началось еще на улице. В театральном сквере играл духовой оркестр. Жители слушали музыку, общались, а персонажи перформанса создавали особую атмосферу. Все собрались у стен театра, и, наконец, он распахнул свои двери. Зрители сразу попали на красную ковровую дорожку, которая одновременно служила фотозоной и вела прямо в фойе. Здесь гостей ждала не менее насыщенная программа. Остается совсем чуть-чуть. Зрители заходят в зал, гаснет свет, и сцена оживает. На сцене пьеса Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» в постановке режиссера Екатерины Кузиной. Запутанный сюжет, напоминающий детектив, рассказывает о двух друзьях, британских джентльменах. Она эталон английского образования. Я бы так хотел с ней познакомиться. Я все сделаю, чтобы этого не допустить. А знаешь что? Джон Уординг и Алджерон Монгрив затевают рискованную игру, называя себя именем Эрнест. А дальше оставляем интригу. Ближайшие показы спектакля 7 и 8 сентября. Сезон открыт. Театр ждет зрителя. Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.